Всем привет! Продолжаем играть в ярость. Так, что у меня тут за крокозябра выскочила? Ага. Твоим делом нужно добраться до восточных земель. А для этого нужно пройти по охраняемому мосту. Данные на твоем диске — просто клад для сопротивления. Но нам нужен доступ к территории Портман, правительства Портман. На востоке. Портман. Так что поговори с Портманом. Портман. Окей. Портман, это мы поняли. Давай. Погоди. С Портманом, да. Портмана. Вот где его найти, этого Портмана еще бы? Неплохо было бы его найти где-нибудь, да? Так, ладно. Тут я все взорвал. Это хорошо. Говорят, ты борешься с правительством. Я, да, я борец. Круг. Михаил? Подул ветер перемен. Сири, в городе? Иди. Он сказал, туда они и пошли. Беспилотников правительства тут раньше не водилось. Так, ищем Портмана. Портмана ищем. Слухи, маршал собирает своих людей. Видимо. Прошу прощения. Так, здесь нету по-любому наверх. Балалаечник. Пятница. А чё, у тебя что-то есть? Ну давай. Давай. Хе-хе-хе. Забираю 6 баксов. Выход. Говорят, правительство ищет кого-то из ковчега. Если это ты, будь начеку. Ты нам нужен, и будет жаль потерять тебя. Я знаю. Мне тоже будет жаль потерять себя. Так, это не тут, а? Кто? Дитрих, блин. Я в курсе, что ты работаешь на сам знаешь кого. Многие точат на вас дух. Эксклюзивные товары? Нет, мне не нужно. Заходи еще, всегда Портман, новые Портман. Скидки. Где же Портман? Он должен как-то выделяться, да? По идее. Назад! Заткнись. Назад. Где же этот Портман, блин? Готовится что-то крупное. Мы в городе, да, просто хер. Согласен. Что-то готовится где-то, Эллисон. Ты не знаешь, где Портман? Ты выбрал опасный путь. Так. Нельзя, чтобы правительство знало, как ты выглядишь. Они весь город перетряхнут, если поймут, что... А Портман случайно не на базе там, нет?
прикольно сделано. Типа подъемник машины, а на самом деле лифт по станциям в подземелье. Лизавета. Портман, Портман. Где ж ты, Портман? Вот он, Портман, теперь сучка. Теперь мы вдарим по правительству. Я так давно танкист этого ждал. Ты готов? Чтобы пересечь мост и попасть в восточные земли, нужно отключить генератор, питающий систему безопасности. Фокус в том, чтобы подобраться к мосту по ущелью, а затем подняться на лифте. Это непросто. Зато сможешь взорвать генератор ко всем чертям. Давай. Я дам тебе взрывчатку. Давай. Только доберись до ущелья живым. Понятно? Так, правительство перегородило северный... Сейчас все найдем, у меня тачка вооружена и очень опасна. В принципе. Надо в магазинчик сходить сначала, да. Прикупить кое-что себе для машинки. Ибо-ибо. Так, а это где там наверху магазин? Там, вон он. Вон он, магазинчик. Да я в магазин иду. Яни, привет. Так, у меня товары штука денег. Так, мне надо... Это не то. Внимание, боеприпасы, ну. Любите давить гашетки на скорости? Мы начинаем гонки со стрельбой. Это не то, это не то. Это что? Две тысячи 89 хватит. Для снайперки, да? Картечи много у меня. Электромагнитный эффект. Не. Бронированные цели, да? Правительственные патрончики. Ноль. Максимально тут нормально. Ну вот так вот. Здесь до хрена. Ладно, возьму потрошек правительственных на все. 288. Так, продать что-нибудь могу. У меня есть турельки. Не нужна мне лечилка. Инструменты продать. 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 Ага, вот так, покупка. Покупка боеприпаса для автомобиля, что-нибудь, ингредиент. О, улучшенный робот-страж. Улучшенная турелька. Пойдет. Дополнение для доспеха, который у меня. А для машинков ничего нету, да? Ну. Ладно, хрен с ним. У меня один робот-починятель есть. Робот-починю. Назад! Пошел ты в жопу. Если хотел бы, я бы вас всех здесь перехерачил.
показывали. Да. Блин, управление хорошее вот это, ну, реально хорошее. Вот сука. Гвозди хороши против мутантов. Воу! Бабах. Успокой свою душу грешную, господи. Картечка. А, так я на машине поеду, какого хера? А то я-то думал, пешкадралом придется ломиться. Оказывается, можно на машинке. Упс. А, тут одна ракета пускается, на той две пускалось. На той машинке. Поэтому одна могла, если мимо и пролететь, то вторая точно выбивала нафиг. Не катит. Так, стоять. Нет. Место снопы. Да.
еще у меня так турелька. Турелька хорошо. Окейшки. Но прежде чем мы продолжим, мне надо крыло палок сделать. Так, динамитные стрелы. Лучше. У меня нет ингредиентов, сука. Три сделаю. Три. И где динамитные стрелы? 31. Ага. О, машинка распломбировалась. Отлично, поехали. Упс. Уже за мной. Козлина. Будешь знать, как со мной связываться. И это все взято, думал, там будет эпическая битва, мать ее. А тут вообще ни о чем. Палки, мне нужны запчасти для крылопалков. На ремонт, да. Подземку, естественно. Погоди, мне надо запчасти для крылопалок, у меня их нету, блин. И подумай, поэтому мне не сделать нифига то, что мне нужно. А ой, Джака! Сисугри тут, блин. Здорово, Янка. Посмотри. Где дужди индигриенты? Вот они. Отлично. Да. Сейчас только я крылопалочков наделаю. Вот так вот, отсадило. Пойдем на базу к пахстанцам. Ну почему он не перепрыгивает через эту педрилу? Перилу. Ну что это такое? Ну что это за тухлая хрень? Я бы перепрыгнул, даже я бы перепрыгнул. А у меня весу, блин, 100 килограмм. Побежали.
Чудненько. Буду знать, как оставлять базу без присмотра. Да. Думаю, в столице тебе не помешает иметь под рукой хорошее оружие. Первую линию обороны. Вот и пустая пушка. Так что одолжил ее у убитого охранника. Дарим быстро, пока оно еще не готово. О, тема! Твою мать! У капитана Маршалла все готово. Можно начинать. Ты отлично поработал, солдат. Но отдыхать некогда. BFG. Последнее задание. Давай. Все коды есть. Он сможет проникнуть туда. Передаю их вам, сэр. Давай, последнее задание. Уже близится долгожданный момент. Наконец-то мы можем выполнить свою миссию и нанести удар правительству. Да, давай, нанесем удар. Ты должен проникнуть в столицу, сердце правительства. Добраться до системы контроля ковчегов. Интересно, а как правительство получилось, если все умерли? Они, наверное, тоже ховались, ковчегов. Потом выползли. Никому не удавалось проникнуть в столицу и вернуться. Так что мы не знаем, что... Но я же крутой. Но если тебе удастся поднять оставшиеся ковчеги, у нас есть планы и люди, чтобы поддержать проснувшихся. И создать армию для войны. Возьми этот кодер. С ним ты сможешь пройти через любой вход. Поехали. Так, что у меня из оружки сейчас стоит? БФГ мне дали. Большое финишное глушило. Ага, шар плазмы. Я понял. Поехали в столицу, мать. Чё, упырь? Накатался? Пошли, бомбы. Воевать. Все, упыри. Нет, не все. Значит, тут надо быстро все делать. Делаем так, делаем так. Я в столице, мать ее, давай. Нексуса. Ядро. Да? Ярдо Нескуса. Угу. То есть выбора особо у меня нету, налево пойти или направо, да? Да, это нормально. О, БФГ.
проверить, что за БЛГ, что оно делает. Это посторонний. Внимание, гражданство, персонал. Все станции исследовать зеленые зоны. Это БФГ. Да. Сначала заряжаем, потом валим. Да, вон он. Это был не он. Неплохая пукалка кушает. Трошки кончаются. Вот так вот турельку. Нет, я хочу в эту комнату. А, 194 патрона. Нормально, чё. Отлично. Так, надо тебя забрать. Так, что я могу еще изобрести? Могу сделать еще турельку. Могу турельку, могу роботов. Одного робота. Сколько у меня их? Два. Турелек нету и не будет, да. И роботов больше не будет. Нету этой херни. Ладно. Все, он уже поставлен. Он поставлен уже. Это лифт. Прикольно тут правительство вообще. Охренеть, это номер.
За мной, ребята. Кончились патроны. А, едем наверх? Отлично. Почти умер. Да. Это херь, которую я должен вырубить, а? Отлично, за мной. Прощай, ты был хорошим другом. Вижу цель. Увидел? Какие они все, ух, прям злые-злые прям. Не то. Давай поприкалуемся. Поехали. Ф5. Забываю. Угу.
Мне надо что-то где-то нажать, да? Я так мыслю. Прав, парень. Жалко, мутантов нету патрона. Отлично бьют. Патрушки правительственные. Гнида. Отряд назад, блин. Взять те дам назад. Во. Вот эта тема. Патрошек много. Значит, война будет до победного конца на. Здесь из этих не поупрыгивают эти уроды. Начинаем финальную стадию подключения. Давай. Отлично.
только еще живой, а должен быть мертвый. Слишком брутально, так сказать. Да, давай финальную стадию. Ну, стадию ла финаль. Вот я выдал, да, по-французски. Оба-на, не понял. Ну что ж, мы с вами прошли основную миссию. Вот. Так что я буду, наверное, на этом заканчивать, ибо тут больше делать нечего, игра пройдена. Вот. Свободное путешествие по пустошам, конечно, тоже хорошо. Но что я тут буду делать, правильно? Игра потрясающая, всем советую. Вот. Я в нее не один раз играл и еще буду играть. Через полгодика, через годик, но загружу ее, все равно побегаю, да. Так что на этом хочется откланяться. Заходите на мой канал, смотрите видео. Ну и до следующих встреч, до новых встреч. Всем пока.